Привет, друзья, с вами канал ДТВ. И мы сейчас вам покажем самое крутое кафе в центре города Санкт-Петербурга. Мы идем по 8 Советской сейчас, около дома 37 и 39. Вот сейчас мы пройдем чуть-чуть подальше, и вы узнаете, чем питаются сотрудники канала ДТВ. Вот. Такая снежная погода. Сегодня у нас 22 января 2021 год уже, друзья. Так вот. Сейчас поближе подойдем и заснимем еще. Итак, кафе находится на пересечении 8 Советской и Суворовского проспекта. Сейчас мы идем вот в ту сторону. Со стороны Суворовского проспекта будет вход. Сейчас вам покажем. Суворовский проспект. Какой здесь дом у нас? Дом 24 напротив. Да. И вот наша столовая. Сейчас. Бизнес-ланч 189 рублей. Но мы не бизнес-ланч берем, мы немножко другое. Да. Вот здесь. Сейчас я покажу. Здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я. Итак, наш обед. Полненько борща с сухариками. Говяжья котлетка и компот. И все за все. 260 рубля. Так, а у тебя что там? Это ветчина, сыр, 100 рублей, да, по-моему? Котлета стоит говяжья 120, картошка 70 и компот 30. Сколько тебе вышло? Покажи, чем в камеру. Я 262, у тебя 270. Это вам не сметана. А, сметана, сметана еще 10 рублей здесь. Вот кафешка сама тут. Да? Место очень хорошее. И вот, кстати, вид на Суворовский проспект здесь. Сразу. Все, подписываюсь. Всем пока-пока.